Тема Великой Отечественной войны красной нитью идет через творчество нашего земляка Аркадия Гайдара. Сегодня в Клинском доме-интернате прошла патриотическая программа под названием «Опаленные войной», посвященная 70-летию Победы. Ее подготовили сотрудники Дома-музея Аркадия Гайдара. Приглашенным гостям они рассказали о жизни и творчестве писателя в Клину, а артисты театра «Балаганчик» представили инсценировку повести «Мальчишки-бальчиш». Также ребята пели песни Булата Акуджавы и читали отрывки из повести Чингиза Айтматова «Материнское поле». Организаторы надеются, такие встречи станут регулярными. Мы очень любим такую публику. Вы видите, какие у нас, такая у нас сегодня встреча, и какие зрители в зале. Они очень понимающие, очень открытые, и мы очень стараемся вот, показать то, чем мы владеем, и, в общем, чтобы им было и хорошо, и понятно, и особенно здорово в преддверии вот, Дня Победы.